связанный скотчем. Нахуй, блядь! Своим кругом, блядь! Добрый день, сегодня прогоним пару матов о Совенок Фесте. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайкосики и распространяйте видос. Начнем с базы. Совенок Фест — это тематический лагерь для малолетних, который создан по мотивам игры «Бесконечное лето». Что это за игра? Это визуальная новелла о неком Семёне, который является типичным петардом и лиственником. Он был фрилансером, сидит за компом, и в один прекрасный день он отправился на встречу выпускников, садится на автобус номер 410, где засыпает, а просыпается у ворот летнего пионерлагеря «Совенок». Обнаружив, что он чудесным образом переместился не только в пространстве, но и во времени, попав из зимы 2008 года в лето времен перестройки. Семен старается разобраться, как и для чего он тут очутился, почему стал выглядеть как 17-летний подросток и как ему вернуться обратно в свой мир. Однако вскоре он сближается с другими пионерами и пионерками и оказывается с головой захвачен вихрем лагерной рутины. Семена ждут 7 незабываемых дней, в течение которых ему предстоит узнать, является ли для него случившееся шансом начать новую жизнь или же наказанием, способным обернуться нескончаемым кошмаром. Имеется типичный для визуальных новелл геймплей. Игроку предстоит читать тонны текста поверх нескольких статичных картинок, время от времени направляя сюжет в нужное русло, к одной из 13 возможных концовок. Ну и также в игре присутствуют лагерные тянки, которые постоянно подкатывают к Семену, что является мечтой многих бетардов, то есть, чтобы им не нужно было ничего делать и проявлять инициативу, а тянки сами лезли к ним в штаны. Вот это и есть ваш смысл жизни, который я вам случайно открыл. О том, что лагерь из «Бесконечного лета» имеет реальный прототип «Сол Волга» в Тверской области, было известно давно. Фанаты новеллы регулярно устраивали туда паломничество, и вот в последний день 2015 года у группы пользователей «Контакта», решивших встретить там Новый год, позднее это мероприятие было названо «Винтертейлом», возникла идея. Они провести ли в лагере полноценный фестиваль по новелле. Набрав порядка 80 решительных летолюбов, организаторы затихли до весны. Последние выходные мая 2016 года в спортивно-оздоровительном лагере «Мифи Волга» состоялся первый «Совенок Фест». Так бы он и прошел незамеченным, но черт дернул одного из участников создать в B-Thread. Нахожусь на фесте по бесконечному лету, задавайте свои ответы. С пруфами, супом и всеми прочими атрибутами. Волна от последовавшего на Харкаче взрыва 3 раза обогнула земной шар. Несмотря на мелькавшие ранее треды, для основной массы сосачеров данный фестиваль оказался полнейшим сюрпризом. Ехать в Тверскую область было уже поздно, и анонщикам оставалось только одно – выть дикими голосами на все лады, проклиная ненавистных лайферов, которые украли у них бесконечное лето. Ну и чтобы иметь возможность кататься по всяким фестам, а не тратить драгоценное время на учебу в вашем родном ПТУ или универе, советую вам воспользоваться услугами компании Work 5. Им можно доверить написание дипломов, курсовых, рефератов и других видов работ. За 15 лет работы Work 5 стала крупнейшей компанией на рынке. У специалистов компании большой опыт в написании курсовых, дипломов, рефератов и еще более 20 видов работ. Также адекватная цена за услуги порадует любого пользователя. Цену на ваш заказ можно узнать благодаря онлайн-калькулятору на сайте, заполнив форму заказа. А по промокоду AUDIO21 вы получите скидку 20% на все услуги. Короче говоря, Work 5, учись на 5. Начиная с 2016 года, Марков, как основной организатор, самозабвенно ссал фистунам в уши и играл на публику, всячески скрывая многочисленные косяки в организации. Все началось с того, как Марков в 2016-м навязался на сходку фанатов «Бесконечного лета» Wintertale продавать футболки, значки, кружки и прочий мерч «Бесконечного лета». Увидел, что на этом можно неплохо заработать, и решил остаться. Окрыленный успехами, он затесался активистом на самый первый фест в том же году. Продавив идею с продажи билетов и заспамив литосферу и борды рекламы, набрал еще больше мерча у довольных мунворксов и отправился на фест им торговать. А уже в 2017-м он перехватил инициативу и стал полноправным организатором, и ему оставалось лишь следить за тем, чтобы правда не слишком выходила наружу и не отпугивала новых лохов раньше времени. В результате потенциальный пионер мог наблюдать лишь заказные ролики про волшебный лагерь с прекрасными ламповыми вайфу, в котором не хватает только тебя. Реальность же была полна разочарований, но уже попав на место, разочарованным участникам приходилось терпеть, ибо деньги за билет уже уплачены, и хрен ты их вернешь. Оставалось лишь жаловаться на двочах и в группе «Совенок Феста» в контуктах,
где, впрочем, все негативные отзывы быстренько подтирались. Не все, однако, шло гладко. Так еще в 2017 году Moonworks притащили на фестиваль сразу двоих халявщиков, одной из которых оказалась упоротая Ратфемка. Кроме того, после феста косплеерка создала тред в бэк, где же выписала свое впечатление от омежек и срывала покровы с глубоко частного мероприятия. Впрочем, ввиду ее природной тупости и унылости, эти треды утонули уже после нескольких перекатов, а Марков стал тщательно фильтровать подельников. Еще один занимательный факт. В Совенок-фесте 2017 участвовала знаменитая стримерка Камхора Аринян, так что можете зайти к ней на стрим и расспросить о ее пребывании в лагере, так как в интернетах никакой информации об этом нет. Что-то не сходится в твоем базаре. Что-то ты фуфло нам тут карликом втираешь. Сейчас я за йогуртом пойду, смотри, блядь. В 2018 году состоялся уже третий совенок, с ростом популярности которого увеличилось и число участников, цены, а также количество говноблогеров, которые стремились сотворить контент из ничего и снять свой репортаж с феста. Одной из таких, Дарью Мисаки Полякову, Moonworks и снова притащили с собой на фист по квоте, в этот раз нарядив лисичкой для рекламы, разрабатываемой ими новой новеллы «Эон». К слову о ценах, например, цена на билеты на Свенок Фест 2020 была от 11 тысяч до 13, в зависимости от волны. Ну и также за 6 косарей можно выбрать отряд самому и быть в отряде с любимой вайфу. Пребывание в лагере длится 2 полных дня. Живут чуваки в деревянных домиках, где стоит 3 койки, и соответственно они живут там втроем, а питаются вот таким хрючевым. Совенок Фест 2018 проходил как обычно. Марков подсчитывал прибыль, фистуны пытались хорошо провести время, а недокосплеерки наслаждались свалившейся на них славой и вниманием. Но вышеупомянутая Полякова зашла дальше, увидев возможность получить контент для своего влога, решив снять на память какое-нибудь забавное видео. Тут-то и подсуетился вездесущий Анон, вырезавший оттуда и закинувший в Б фрагмент, на котором ее сперва держит на руках низкорослый пионер в темных очках, а далее опасливо обнимает другой дрищавый усач, а за ним наконец бочком подкрадывается наш обросший пухляш. Что? Юля, что ты делаешь? Тебе нравится, что ты? Слезай уже. Меня не отпускает. Я так не буду, не бойся. Он не распускает руки, он приличный. А ты что, не фоткаешь? Я зафоткал. What does the fox say? Рин-рин-рин-рин-рин-рин-рин-рин-рин. Такой левый пионер подходит. Давай. Здравствуйте. Я это заснял, по-моему. Я Семен. Ты не хочешь обнять ее? Я не знаю, кто такой Семен, прости. Ты не хочешь взять ее на руки? Существует только Максим. Ладно, могу называть ее Максим. Для тебя, детка, все что угодно. Этим Семеном Максимом и был Эмиль. Многие аноны в тот момент увидели себя на его месте. Поэтому первые треды создавались просто с целью демонстрации поведения эталонного омешки. Но очень быстро возник вопрос. Что там вообще за дерьмо происходит на этом фестивале? Разъяснения не заставили себя долго ждать. И в тред ворвались фистуны. Летолюбы и просто зеленые посыпались различная информация, фото с феста, пруфы стоимости билета. Подъехали подробности в виде паз, где сообщали жуткие вещи, как орги наживаются на омешках, которых за их же деньги кормят помоями в столовой, заставляют жить в нечеловеческих условиях, унижают старожилы феста и косплеерки. Треды покатились один за другим, стали номерными. Их символом, как самый пострадавший, стал Семена Максима Эмиль, который, однако, привык к такому обращению. И потому пострадавшим себя не считал. Вообще, я вам скажу так, если вы думаете, что у вас плохая жизнь, что вы уебок, вам никто не даст, что вы никчемен и так далее, просто включайте Совенок Фест и поймите, что у вас еще все не так плохо. Эмиль обрадовался внезапной популярности, пытался на этой волне пиарить себя, свой YouTube-канал и даже устроил стрим «Ура, я мем с двача», где читал архивный тред, грозно матерился, прикидывался главным альфачом и пытался оправдать свое омежье поведение правилами феста, по которым косплеерок якобы нельзя трогать. Шамиль, у тебя проблемы с памятью? Эмиль! Эмиль! Так Эмиль или Ша? Все окей. Эмиль? Будем надеяться, что твоя память станет лучше. Наверное, меня два чера ёбнут, если я
такой, можно так сказать... Ну, там же написано в правилах, что они, типа, ну, неприкосновенные. Какой дискосплеер надо будет засосать? Слава о нем разнеслась далеко за пределы Двачей, и никого обмануть не вышло. А его угрозы вызывали лишь дружный смех. Был бы ты, сука, у меня в городе, ёбаный, встретил бы я тебя. Я бы тебе бы сначала в лицо бы плюнул, потом бы уебал бы тебе по твоему хлеблищу ебаному, сука. В 2021 году Семен заявил, что у него есть Анка, и сказал, что Совенок Фест — это хиканский лагерь. Это, наверное, как только началась дискотека, мы, короче, съебались в домик и начали бухать Белсом, ну, это типа коньяк. Мы, короче, наебенились, потом, короче, ходили по лагерю и начали молиться Кугеевой. Это был просто пиздец, это серьезно. Мы пошли молиться под дверь Кугеевой! Пиздец, я не понимаю, что это на меня нашло, но как бы Кугеева довольно привлекательная девушка, и т.д. и т.п. как бы это реально круто. Ну, как минимум для меня. По некоторым данным, косплееркам за участие в фестивале платят, и цифры варьируются от 15 до 30 тысяч рублей. Точных цифр я так и не получал. Основные участницы — это Кугеева Юлия, тульская косплеерка, видеоблогерка и РЛ олицетворение всех негативных черт русского косплея. В 2014 году хайпанула, сделав косплей по бесконечному лету, была замечена и приглашена лично Марковым на Совенок Фест. Также она подтянула за собой в Совенок Фест всех тульских косплеерок, которых знала. Отыгрывала она хуже всех, но давала отличную рекламу фесту на своем YouTube канале. К любителям бесконечного лета она относилась плохо, винила их в своих злоключениях и сетовала на то, какой же русский фандом говно. В конечном итоге не выдержала пропасти между окружающей реальностью и картинкой, рисуемой собственным ЧСВ, и послала всех фанатов из Совенок Феста, выпилив подчистую свои социальные сети под брендом Кавай Элли во время очередного психоза. Но в процессе создания видоса стало известно, что Кугеева вроде как вернулась и опять пилит ролики на YouTube. И чё-то я так подозреваю, что она будет одной из организаторок Совенок Феста. Ну это чисто шиза теория. Русский фэндом анимешников и среди там зрителей косплея — это настолько всратые люди. Дарья Полякова, косплеерка Лисички, опустившая Эмиля, близкая подруга Кугеевой, благодаря дружбе с ней постоянно пролезает за ней на фесты на халяву. Ольга Рыкова, стримерка по совместительству подруга Оренянки, также она бывший организатор, любит крыс и одна из немногих, кто вполне достойно общается с фестунами. Но ничто не вечно. Зимой 2020-го, после нескольких лет совместной жизни с Марковым, она сбежала от него, не желает иметь с ним никаких общих дел и в организаторах Совенок Феста более не числится. Ольга Капитанская, почетная ОД Феста, одна из трех косплеерок, что сохраняют свои роли с самого 2016 года. Няшку из себя строить даже не пытается, всегда отличалась злобным, хамоватым поведением и установкой на то, что все окружающие ей должны. Гордится тем, что в бесконечное лето не играла и не собирается, но когда-то была вожатой в детском лагере, где только и делала, что орала на детей. Фестуны не отваживаются ей возразить и выступают в роли мальчиков для битья, делая вид, что им все ок, а это качественный отыгрыш. Пока Семена нет, а там ОД за кадром так развлекается.
Это первая неделя, кстати. Вижу я все нормально, чего орать-то? Ну да ладно, вот вам немного видеоматериалов от Кугеевой, где будет присутствовать совсем немного стыда. Котик успокаивается. Погладь, если я... Котик. Просто мальчики в шоке, когда на них обращают такое внимание, типа... Вы напугали вожатого. Вы напугали деда. Я тоже хочу быть котиком. Ты тоже держи тогда телефон. Да. Сегодня я буду гладить мальчиков. Кого еще погладить? Ой, у тебя такая шерсть прикольная. Ты знаешь, ты такой кот, который подходит и вот так вот такой... Таким котам пшел оттуда. Цвет настроения черный, в руках справка, что ты приемный. Алферов эклеров принес? Он принес эклер. Отлично. Почему я так ору с них всех? Почему? Почему они все такие смешные? Потому что тоже. В ходе более 50 эмилитредов творился лютый трэш. Сыпалось все больше фото и видеоматериалов с фестиваля, каждая из которых одновременно оскорбляла чувства всех честных фанатов Летонька и открывала оно нам глаза, насколько жалко и потешно выглядит Совенок Фест и большая часть его участников со стороны. Ольга Дмитриевна, а вы знаете, что здесь место встреч? Вот кого вы встретили? Я знаю, что мои пионеры не справились с заданием от вожатой. Где моя панамка? Вот так вот серьезно. Вон они. Злые сычи ходят. Прибежавшие оправдываться и огрызаться фестуны и фестоподсосы, вступившие в бессмысленные перепалки с посетителями борт, только усиливали градус неадеквата. В результате было решено, что такое мерзкое мероприятие, как Совенок Фест, существовать не имеет права, а его организаторы должны быть наказаны за надругательство над светлыми чувствами почитателей Бесконечного Лета и наживу на чувствах наивных омежек, захотевших побывать в том самом Совенке. Идея была воспринята с редким энтузиазмом, и анонимусы постановили набегу быть. Кто-то скажет: о, каблук там, бля-ля-ля. Не каблуки, сидите там и играйте в доту и так далее. Наступил май 2019 года. Примерно за полторы недели до начала Совенок Феста в Б был создан первый набегатред, в шапке которого сияла вся необходимая база. Что, где, когда, Эмиль. Старые тролли не заставили себя ждать и напомнили, зачем и почему набег важен для каждого анона. За несколько дней создаются прекрасные полотна, слагаются воодушевляющие песни и воззвания, без преувеличения, вошедшие в золотой фонд Сосача. Вся эта история не прошла незамеченной для Абу, который еще в августе 2018 увидел пост о продаже билетов на Совенок Фест 2019 и был безмерно удивлен ценами на некоммерческое мероприятие, не преследующее целью прибыль. Несмотря на это, Марков, видимо, питал большие надежды заманить Наримана на фест, чтобы пропиариться за его счет. Вскоре такая возможность ему судьбой представилась. За полтора месяца до грядущего феста при неизвестных обстоятельствах происходит ИРЛ-встреча Маркова с самим Абу в Москве. Сам Марков утверждал, что все произошло спонтанно, а на той встрече ему удалось уговорить его приехать. На самом деле он просто пристал к тому на улице, чтобы сделать селфи, а затем, дрожа от нетерпения, первым делом прибежал прямо в тред хвастаться. Аноны были изумлены, потому что Абу таки подтвердил, что приедет, и пропагандоны от феста тут же этим воспользовались, трубя, что сам начальник Двача приедет подотфилить.
что простым анонам тем более стоит с мероприятием дружить. Впрочем, в итоге все пошло совсем не по фестунскому сценарию. Отличная организаторская работа анонов из ЕС практически сразу принесла свои плоды. Так в одном из тредов после переката в Б возник неизвестный герой, который ярко выразил желание набежать и совершить некие действия с фестунами. И также он сделал убедительный сап с охотничьей сайгой. На это возбудился некий крысокун, который попытался пугать его заявлениями в мусарню и ФСБ, и даже исполнил эти угрозы, но эффект вышел совершенно противоположный. Благодаря этому в тверской ментовке, решившему заработать себе палочек за героическое предотвращение нападения, Маркова неделю таскали на допросы в местное ФСБ, где тому почти поверили. В итоге, несмотря ни на какие попытки Маркова договориться, фестунов выпиздили из каноничной Волги с саными тряпками, и им пришлось срочно менять место дислокации. Впрочем, пока этот новый лагерь и переезд оставался тайной не только для набегаторов, но даже для самих фестунов. Но есть и шизотеорическая версия. В Волге намечался плановый ремонт, в связи с которым ее закрывали совсем. Марков об этом знал, заранее перекатился в звонкие крики, но, опасаясь массового возврата билетов, решил все скрыть и лишь перед самым фестом устроил спектакль для терпил, представив все делом рук двачеров. Ты дурак, малолетний дурак. Это просто диагноз, это диагноз. Наступил первый день совенка. Сперва все шло как обычно, фестуны делали фоточки возле Тверского КФЦ, а около десятка набегаторов неспешно собирались их настигнуть. Все изменилось через несколько часов, когда первые летолюбы заподозрили, что фестиваль проводится не в Волге. Несколько фото было недостаточно. Но к обеду добавились стримы, и стало ясно, что нужно срочно искать другой лагерь. Шерлоки начали срочно прочесывать окрестные лагеря, сверяясь по карте осадков. Но не находили ничего похожего. Один отчаявшийся анон даже решил обратиться к Абу за помощью. Тут что-то и выяснилось, что на фист он не поехал, но за паскот поведал анонам cool story. Как поехавший Марков его уже достал, грозя гибнёй и выпрашивая айпишники легиона в личке, в связи с чем был забанен. После этого Абу оберегал треды в Б и репостнул пропаганду анонимуса в группе «Подслушано Клин». В 2 ночи фестуны были найдены за 60 километров от Волги. Они забрались аж под Клин, в лагерь для детдомовцев под названием «Звонкие голоса». Тем самым новая локация была вычислена меньше, чем за сутки, несмотря на предпринятые Марковым меры конспирации. Режим радиомолчания, походы с ведром по комнатам для сбора смартфонов и так далее. Впрочем, не со всеми посетителями голосов удалось провернуть такой беспредел. Мунворксы и ряженые тянки, которые по приезду в лагерь начали постить фоточки и даже заводить стримы, что нехило помогло сосатерским сыщикам. Самое смешное, в новом лагере не только не оказалось реки и пристани, но даже кровати взрослого размера, а фестуны были распиханы по комнатам, как шпроты в банке. В тредах тем временем фистолахта пыталась запутать следы вайпала и регулярно вбрасывала различную дезинфу. Неудивительно, что не все набегаторы тогда поверили в смену локации. Даже на второй день феста некоторые из них отправились набегать в пустую Волгу. Днем подоспели пруфы оттуда, и стало окончательно ясно. Фестунов в Волге не было и не ожидалось. Такой слепящий винт привел в замешательство даже некоторых анонов, не все из которых оказались готовы к такой легкой победе. Поняв, что они раскрыты, фестоподсосы попытались одновременно зафорсить, только выиграли, все идет по плану, все довольны, но постоянно терялись при перекатах и были неубедительны. Да и по итогу большинству фест таки не зашел, и главной причиной была смена каноничной локации. И даже Семен ликовал и был рад, что Совенок Фест в 2019 году полностью провалился. Доброго дня, анонные пионеры, с вами Симакс, и это реальный пиздец. В прошлом году меня крестили Семеном Максимом и так далее, я всю эту хуйню пресек и так далее, на мою жизнь никак не повлияло, но я не понимал, насколько будет пиздецовый, блять, фест, который проводят в этом году, это просто ебануться, блять, мало того, то, что, блять, локацию сменили, так пиздец, на них еще и нажаловались, блять, там еще, блять, прибегали нахуй с набегом два очередь, такой-то реальный пиздец. Блять, я рад, я истинно рад, то, что я в прошлом году поехал, а не в этом, потому что в этом году Совенок Фест был полнейшей хуйней. Подмосковные звонкие голоса с точки зрения транспортной доступности оказались куда лучше Волги в Тверской области.
Первыми на новое место передислоцировались Листовка и Полковник, подтвердили присутствие врага в лагере для детей из малообеспеченных семей, выследили группу фистунов во главе с Капитанской при походе в местный ларек за бухлом и вручили тем черную метку. Ну давайте, там бумажка лежит. Опа-опа, смотрите. Они читают это вслух, я слышу. Они предвачей говорят. Блин, лишь бы не увидели меня сейчас. На этом дело не закончилось, так как после послания Анона в администрацию Клина, всех фистунов еще за 5 часов до набега дружно согнали к КПП для сканирования паспортов, где они под дождем смотрели на догорающий вдалеке салют. Около полуночи после некоторой координации в тредах и в кудахтере силы Двача и Пикабу, Жожо и Суббота прибыли к лагерю, где воссоединились с Листовкой и Сандерсом, образовав так называемый отряд четырех. Дождавшись, пока фистуны достаточно опьянеют и отвалятся, боевая дружина перелезла забор лагеря и пошла в скоординированную атаку. В 3 ночи на территории звонких голосов начался Вьетнам. Были взорваны мощные петарды и зажжены дымовые шашки, мгновенно перебудившие обитателей лагеря. Кроме того, набегаторы проникли даже внутрь корпусов, где были раскиданы дико вонючие петушиные куриные головы, а также листовки, призванные внести дезмораль в ряды врага. В одном из данных корпусов был также захвачен плакат, оскорблявший участников набега. А на стены и асфальт рядом были нанесены памятные надписи при помощи баллончиков с краской. Позже выяснится, что в разгар боя Марков тщетно пытался вызвонить ментов с мобилки, но они так и не приехали. Кроме того, Суббота нагло представился сотрудником лагеря, метающимся в дыму пионером, и приказал испуганным вожатым разогнать всех назад по баракам, что те моментально и исполнили. Короче, смотрите видеохронику. Так, товарищи, мы пиздуем обходить лагерь. Мимо каких-то, блядь, домов, мимо всякого говна. Мы уже прошли по левую сторону, от нас, короче, был КПП этого лагеря. Несем эти ебаные пакеты. Я заебался, как черт. В общем, скоро почнется. Нет, я на месте, говорю, тут никого нет, тут только отдыхающие, и все, только пионеры. Вот двое возвращаются, да. Все понятно, короче, с ними, да. Пускай вернутся. Ну как внутри, если я сюда сам шел, и вот они назад возвращались. Вот эта толпа, ну? Они пришли проверять уже, что произошло, потому что они раньше вас услышали. Понимаешь? Там все адекватные люди, я их все знаю по именам. Ну то есть это не пионеры 100%? Это не пионеры 100%. Это люди шли проверять. Взрывали не они? Не они. То есть вы конкретно за каждого из них можете ручаться, что все в порядке? Кто тогда это был? Смотри, они ходили это выяснять, ну понимаешь. Говорили, что видели 2 человека в камуфляже. В камуфляже? Точнее, 1 в камуфляже, 2 непонятно в чем. Ну, неизвестно, кто это, понимаешь? Может, кто-то баловался за забором. А кто там еще один идет? Все в порядке, это твои? Да. А, нет. Это... Пойдем обратно. Товарищ, вы кто? Да свои, свои. Пойдем обратно. Это ваши все? Пойдем. Пойдем. Проведи его через траву. Ёбаный рот, что за блядство происходит? Это, блядь, шизоиды, каких-то, блядь, Шерлоков. Я тебе честно скажу, я первый раз его вижу. И я первый раз вижу такой пиздец с человеком. Ты меня... говоришь, что они все твои, что ты в прямом эфире знаешь. У меня в команде... Стоять обратно. Товарищ, вернитесь, по пожалуйста, к корпусам. Все участники в корпусам. Принял, в чем вопрос? Что там увидели? Ничего не увидели. Пока подозрение, что это ваше все. Наберите мне лещак. Пока подозрение, что это ваше, что это все от пионеров. Потому что я когда туда возвращался, пионеры мне назад шли. То есть все из наших ребят? Скорее всего, да, что из ваших. А там как увидим. Да. Пока людей, пожалуйста, соберите по корпусам и все. Все, давайте. Можно вас на вас положиться? Организуйте, пожалуйста, чтобы они сейчас по корпусам все зашли. Да, в принципе, они в корпусах в том смысле, что совсем своих или вообще? Вообще, просто чтобы они в зданиях сейчас находились.
Ну, собственно, все, товарищи. Вот так вот закончилась моя нелегаловка на них. Сейчас самое главное отсюда съебаться. Потому что сейчас там уж поднимут всех. Я загнал всех писунов по комнатам. По корпусам сказал, чтобы они разошлись. Организаторы ко мне сейчас подходили. Всем сказал, чтобы они зашли. Так что сейчас все фестуны по комнатам поджали свои хвосты. Товарищи, можно, конечно, сказать, что это победа, но пока что не стопроцентная. Осталось все благополучно смыться и отметить все это дело пьянкой в Москве. Как-то так. Вот пока что вам сап, который мы сделали. Ну и вот еще один. В 2:35 мы, собственно, сюда приехали. Особые лузы доставил тот факт, что особо никто набегаторам не мешал творить трэш, угар и садомию, хотя находились они на территории голосов достаточно долго. 200 человек, из которых большая часть молодые мужчины, испугались 4 анонимусов, трусливо забившись в корпуса и не пытаясь оказать хоть какое-то противодействие. Именно это и есть тот слепящий вин, о котором до сих пор с теплотой вспоминают обитатели Двачей. После отступления с территории врага команда карателей заказала себе такси и покинула поле боя в полном составе, за исключением Сандерса, который остался наблюдать за терпилами до утра и увидел, как те разучивали мантру «Совенок – это люди» перед отъездом. Попытки отсрочить неизбежное отчаявшийся фистолахтов бросило кул стори о том, что петушиные головы просто оставили в пакете, но когда появились фотки, стало ясно, что кому-то из терпил в галстуках таки достался увлекательный квест по их уборке. Впрочем, битва была уже проиграна, а до самого вечера даже в официальной группе Совенок Феста, не говоря уже про треды, на одного фистоподсоса приходилось по 2-3 анона, которые демонстрировали эпичный контент и формировали повестку дня. По версии другой стороны, набег вышел не страшным, и его никто из пионеров даже и не заметил. Впрочем, эти утверждения нивелируются несколькими появившимися позже стримами, где косплеерки и рядовые участники делились впечатлениями о проспанном набеге с круглыми глазами, рассказывая, как пересрали в момент артподготовки, уже готовились к анальной каре и безвременной кончине. Небезызвестный Лысый позже поведал, что сразу после первых взрывов петард схватил свой травмат и кинулся в погоню за злодеями, но чуть-чуть не догнал, что, впрочем, звучит достаточно прохладно. Тем не менее, фистоподсосы в тредах продолжали отрицать и оправдываться, пока аноны самодовольно веселились. Не надоело тебе хернёй заниматься? Возвращаясь к финансовому вопросу, с тех пор, как Марков освоил финансовый вопрос, он каждый год рассказывал о том, что снова вышел в минус, но всячески шифровался и отказывался вести прозрачную кассу своего некоммерческого мероприятия. Когда количество терпил перевалило за сотню, а поведение торговца билетами стало совершенно неприемлемым, терпение анонов лопнуло, и они решили во всем разобраться. Так еще в 2018 году появились первые расчеты, показавшие, что минимум четверть бюджета фиста оседает в карманах Маркова. После того, как анон решили сдать его в налоговую, тот спешно завел ИП. В 2019-м стоимость Совенок Феста сравнялась со стоимостью недельного отдыха в неплохом подмосковном санатории, а пионеров набралось еще больше. Началось новое расследование, в результате которого у анонов встал вопрос, где миллион Марков. Фистолахта ринулась было оправдывать Маркова, но фразами вроде «это нормально», Маркову пришлось даже свои вложить, за несколько месяцев работы накопить на билет вполне реально, только закапывала себя. Но на этом аноны не остановились и стали изучать рыночек, заказывать автобусы, пионерскую форму и прочее. Получалось, что он вышел на 700к дешевле даже при потолочных значениях затрат и без учета дополнительной прибыли от продажи мерча и торговли картонками, что очень и очень неплохо для некоммерческого мероприятия. Ну так аукцион у нас проходит. 2000, давайте, поехали, ребята. Это ниже себестоимости, кстати. Ниже себестоимости, ребят. Ниже себестоимости. С вами будет дома всегда. Жень, не берем. На сколько? Там есть 70 поправок. 2000, кто? Женя, оставляем, пошли дальше. Вот он сейчас.
результаты торгов. Шесть косарей, кто больше? 6000. Это было охрененно. Паньков, 6000. Забирает. И кто-то перебьет. Может быть, еще раз. 6000. Раз. 6000. Два. 6000. Три. Продано. А теперь иди вон туда и начинай. Ты знаешь. Главное, не порви нас кровь. Хотя, учитывая то, что ты говоришь, будет идти проблема. Рода, молодец! Наш самый юный участник. Ульянка. Ульянка 20. В комплекте идет 8 лет строгача. 2000. Кто с тобой увозит? Свой родной город. 2000, ребят. И до этого Ульянка 2000. Отряд Ульянки забирает Ульянку. Отряд Ульянки. Все руки подняли. Вот они стоят. Как все боятся-то заключения? А баланда-то и нынче не очень вкусная, да? 2000, ребята! Всего лишь 8 лет. 2008 лет раз! А в тюрьме сейчас макароны! Вот, Алиса! Отправьте ее Милонову! Алиса, как раз. Алиса, смотрите, тоже ожесточенные торги были! Фу, говнище такое, фу. Далее главный фест был перенесен на 2021 год. В конце лета лагерь все же открылся, так что побороться за его проведение в 2020 еще можно было, но Марков привычно решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Тем не менее, фестунам все же выдали кое-какой утешительный приз – вторую смену. Это мероприятие – палаточный лагерь неподалеку от Волги. Проходило регулярно, но в этом году, понятное дело, достигло наибольших масштабов. Полковник, конечно, не мог пройти мимо такого. Роковой ошибкой полковника стало то, что он оставил в своих видео вполне достаточное количество ключей к местоположению своей землянки. Во-первых, характерный редкий лес ограничивал зону поисков 5-7 сотнями метров от берега реки. Оставалось лишь прочесать окрестный лес, чем скучающие пионеры и занялись. Тем не менее, после нескольких часов блужданий землянка Сандерса таки была обнаружена. Причем обнаружена она была пустой, а полковник и листовка были перехвачены и взяты в плен позднее, когда совершенно не таясь беспечно шли от деревни к землянке по проторенной тропе, не вглядываясь вдаль, где их уже поджидали. В итоге Сандерс после моральной обработки отправился с вестунами в их палаточный лагерь, а его напарник отказался взаимодействовать со злостными противниками и не попытался хоть как-то спасти честь набега или вызвать подмогу, а отправился собирать бруснику для компота. Пиротехника же, приготовленная для запугивания пионеров, была цинично использована ими в качестве вечернего салюта. Следует отметить, что предыдущие угрозы жестко покарать навигаторов и лично полковника в случае поимки остались блефом, и с захваченными обращались вполне гуманно, без рукоприкладства и оскорблений. По итогу самые деятельные люди, скорее всего, более никогда не смогут принимать участие в прямых акциях, так как их лица, а возможные паспортные данные, известны фестунам. На месте стоянки полковника теперь стоит мемориал, куда многие в знак признательности приносят всякий мусор. Примерно неделю назад сам Марков в группе Совенок Феста в контуктах написал, что Совенок Фест 2021 таки будет. Но вот где и как непонятно, так что будем следить за ситуацией. Также есть живая история Анонас 2Ч и о его поездке на Совенок Фест. В этом году поддался на провокации и таки поехал туда. Все же я фанат бесконечного лета, да и надоело копчевать целыми днями. Первые нехорошие предчувствия посетили меня уже на вокзале, когда вместо скромных сычей я увидел толпу гогочущих, а кое-где явно подбуханных быдланов. В поезде начались вопросы: «Чё, пионер, первый раз едешь? Га-га-га-га, не ссы, ёпта, пообщайся с пацанами». Про женскую часть выскажусь отдельно, не будем о внешности, ибо я сам не красавец, но половина баб выглядели и вели себя как натуральные куртизанки. Видать, не только пацаны едут туда с целью исключительно почесать песос. Тем не менее, оставалась надежда, что
На месте я получу то, зачем поехал. Ламповое общение, атмосфера дружелюбия и поддержки, тихие посиделки вечером у костра. Ага, сейчас. По прибытию стали распихивать в отряды, попал к некой Тане. Уже в первый день стало заметно хамство и предубеждение со стороны вожатых косплеерок и куча дедов ко всем остальным. Крики, постоянный мат, раздраженное бурчание. В стиле «понаехало, дебилов». В домике мне в соседи попалась интересная личность, которая сходу заявила, что если я сяду, положу вещи на его кровать, то не досчитаюсь зубов. Пионерское братство, хуля. Дальнейшее говно подробно описывать будет долго и грустно, поэтому разделил по пунктам. Первое. Зарядка. Вожатая вообразила себя надсмотрщицей концлагеря и при каждой попытке филонить пронзительно орала на нарушителя, причем злоба была явно натуральной, а не наигранной. Второе – квесты. Как бы для сплочения отряда на деле все делают несколько особо шустрых активистов, не дающие остальным хоть как-то внести в свою лепту. И при этом эти люди потом начинают на тебя наезжать, типа «А ты чё ничего не делал, чертила?». Третье, концерты и номера. Вот тут все более или менее неплохо было бы, если бы не опять же общая атмосфера раздраженности и агрессии, нагнетаторами которые выступали вожатые и несколько приближенных. Четвертое, зорница. По идее для сплочения командного духа, по факту команда здоровенных унижает и доминирует над слабой, видать, чтобы поднять свой ЧСВ. Пятое, дискотека. Сборище тел истерично дергающихся под всякое говно. В принципе на дискотеках так и надо, но зачем набухиваться в говно и специально стараться толкнуть, наступить на ногу. Шестое, ну наконец и самое главное, та самая атмосфера бесконечного лета. Ее там нет. Почему? Быдло, быдло на быдле едет и быдлом погоняет. Быдло, вообразившее себя тонкими личностями, способными познать печальную и высокую сущность бесконечного лета. В целом, скорее похоже на тусовочку говнарей, в свободное время большинство бухает, старается подцепить себе даму или кавалера, парочки ебутся в домиках, большая часть косплеера ходят с задранными носами, общаясь в основном друг с другом и старыми верными поклонниками. Впрочем, видя нагло подлизывающую манеру общения сперматоксикозников, желающих потрогать женскую ляжку, их начинаешь понимать. Вечерние посиделки у костра обычно заполнены охуительными историями, как ебаться в пупок и кто что и сколько выпил. Также перемывают друг другу косточки в стиле Кугеева вон с тем-то и блась, ха-ха, вы видели какие прыщи у этого ложка. Разумеется, что я с такими людьми никаких дружеских отношений завязывать не хотел. Мой вердикт. Тупое говно тупого говна, причем за немалые деньги. Не езжайте, пацаны. Ну и дети, конечно, сразу же скажут, да ты че, это же фильм по прекрасной манге, по ней еще отличное аниме сделано. Дорогие дети, такое тупое говно можно слепить только из точно такого же тупого говна. Не ешьте говно, дети, соблюдайте гигиену мозга. По итогу что? Советую вам самостоятельно просмотреть видосы с Совенок Фестов 2018 и 2019 годов. Их хватает на просторах ютабов. Не проникнуться атмосферой стыда и девственности. Потому что если бы я вставлял все стыдливые моменты Совенок Фестов, то видос бы длился часа два. Потому что Совенок Фест в целом. Это и есть сплошной стыд. И все, кто туда едут за деньги, это просто объекты для бесконечных насмешек со стороны любого юзера интернета. Так что делайте выводы, учитесь на чужих ошибках. И на этом все. Ежели чем надо вопросы будут или поругаться, но захочется, пишите мне по адресу. Город Москва, Кузнецова, 3А. И всего вам доброго. Ну чё, говорит Кузнецова, 3А, в Москве 8 часов. Сейчас прозвучит песня замечательного исполнителя из города Ярцево, пророка Санбоя, под названием «Прощание с Совенок Фестом».